Я сегодня отвечу на пару ваших вопросов, которые вас интересуют больше всего. Моя любовь безмерна для вас. Дорогие мои, та-да-дам! Первый вопрос, который меня спрашивают, как я отношусь к анорексии и на каких диетах я сижу. Я не отвечу сегодня на этот вопрос вам, потому что я хочу этому посвятить отдельный влог. Он будет относиться как к моделям, так и к диетам. Меня спросили, кем бы ты хотела стать в детстве? В детстве я бы хотела стать балериной. Но так как у меня с балетом не сложилось, и с плаванием тоже, и с альпинистским спортом тоже, и с конкогорным спортом тоже, блядь, я стала никем, а хотела быть стоматологом без зуба. Нет, я хотела быть пластическим хирургом. Я обожаю пластику, всякие формы, геометрические и так далее. Я любила математику. Но, извините, я боюсь крови. Так что, если вы меня хотите напугать, дарите мне в конверте кровь. Меня сегодня спросили, и был ли у тебя позор прелюдно. Могу ответить, да. В 2 года я после какого-то этого сериала а-ля «Дикая роза» нацепила на себя бабушкину простынь на голову и ходила по городу, как Алла Пугачева в балахоне, и распевала какую-то песню и говорила, что я какая-то там роза. И это смотрели все. Уже в 2 года я была шамаханской... Короче, я была царицей. И последний вопрос на сегодня. Почему меня Саша называет крысой? Наверное, этот вопрос мы ждали больше всего, да? Ответ простой. Мы ходили с Таней Сашей в кино. Ой, почему меня называют крысой? Мы ходили с Сашей с Таней на вечерний сеанс в кино, когда начался фильм с Анджелиной Джоли там. Ну, вы поняли, да, какой фильм последний ее? И в метро была крыса, я очень сильно испугалась, и я закричала. Из-за этого Саша меня теперь называет крысой. А вообще, у меня все хорошо, сегодня хорошее у меня настроение. Я провела день отлично. Конечно, я похудела, наверное, и скинула 20 кг, потому что я сегодня бегала. Да, у меня стройные ноги. Вот. И мне нравится то, что вы мне пишете, вы меня активно поддерживаете, рисуете. Это очень приятно. Кстати, лучшие рисунки я выставляю у себя. В дальнейшем, я надеюсь, буду вас мотивировать какими-то подарками, но это уже позже. Сегодня я была на классном тренинге по Арден, узнала для себя много чего интересного про эту марку, немного даже ее полюбила. Мне нравится то, что сейчас со мной происходит. Да, пусть это не сильно красиво, мне тоже не все нравится во мне, мне не нравятся вот эти шоки спаниеля, которые трусятся, когда я бегаю. Но я знаю, над чем работать, да. Я вижу себя в камере, и в целом, я красотка, сука. А кто так не думает, пошли на этого канала, поняли меня? Нет, я, конечно, шучу, потому что я не хочу вас терять. Да, я очень сильно вас полюбила за такое короткое время, сука, даже сама от этого от себя не ожидала. А вы бы хотели меня видеть в группе «Неангелы»? Тогда смотрите за моей жизнью, а я ухожу. Пока. Юра, прости, Юра, прощай, Юра, прости, нам не по пути.